Бердские школьники подготовили и отправили посылки солдатам в Воронеж. Такую патриотическую акцию организовали в лицее номер 6. Также ребята сняли для срочников видеоролик с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. Примите от нас поздравления и небольшой привет из сибирского городка в виде маленькой посылочки. Ученики 3-го В-класса 6-го лицея вместе с родителями и классным руководителем подготовили посылки двум солдатам в одной из войсковых частей Воронежа. Один срочник – это парень из Бердска, брат одного из учеников 3-го В. Вторую посылку адресовали солдату-сироте. Туда вошли продукты и необходимые вещи. Общий вес груза составил 17 килограммов. И дети, и взрослые понимают, что вдали от родного дома непросто бывает солдату. Поэтому надеемся, что наш скромный подарок поднимет настроение, силу боевого духа ребят в форме. Посылку солдатам в Воронеже вручили в торжественной обстановке. Также ученики класса записали для них поздравительный видеоролик. Такая акция стала частью месячника патриотического воспитания молодежи, который ежегодно проходит в школах города.